Друзья, я подсела на этот канал США Дикий Запад Колорадо. У него столько историй. Он нелегалом жил в Америке. Многих штатах. Вообще так интересно слушать. Я уже, блин, второй вечер лежу, как завороженная. Слушаю и не... Так интересно. Всем рекомендую. Всем доброе утро, это мой бульон. Сейчас, короче, ем и пью таблетку эту, сульфадиметоксин. И потом забрызгаю горло. Все на готове уже. Короче, стало легче, гораздо легче. Просто колоссально легче. Просто там в этой таблетке за 17 гривен советской написано... лечение вот этих всех стафилококков и остальное, короче. Даже, ну, я уже говорила в одном видео, даже гонорею лечит. Ну, и в том же числе тонзиллит. Но такую таблетку, я думаю, уже наши врачи не назначают, потому что это советские таблетки, но они действуют. Реально, у меня сняло вчера головную боль. И, короче, уже ночью я спала отлично. Ну и вообще, горло сразу как растаяло, тоже набрякло, вообще нифига ему. А то убила этих тварей, надеюсь, очень надеюсь. Ну, короче, 7 дней буду пить по таблетке, там курс лечения, знаешь, курс лечения надо как-то соблюдать. И даже, в общем, после исчезновения симптомов 2 дня еще пьется. Короче, такие-то дела. Сейчас поем, выпью таблетки и пойду на улицу. Там так классно, в квартире так здраво. Хотя я включаю обогреватель, утром включила, чтобы воздух нагрелся в комнате, потому что под одеялом-то нормально. А высовываешь нос, а я там делаю зарядку для позвоночника, так холодно. Вот тут сижу, так холодно. Ну, еще терпимо пока, еще мороза нету. Ну, в общем, так, позвонила, с мамой поговорила. Вот ей пенсии с 18 числа, и вот уже первая у нее осталось там, может, гривен 200. Ну, у нее пенсия 1800. Вот как можно такие пенсии назначать? Я просто... Тут даже злиться нету силы. Просто хочется куда-то бежать, типа в Америку. Но чтобы бежать, надо деньги тоже. Так что, чтобы бежать в Америку, надо деньги на визу. Надо еще сделать визу, и чтобы ее дали, туристическую. Ну просто, ну это издевательство. Ну как так можно? И они хотят еще коммунальное. Да с этих копеек они должны, не то что это, они должны доплачивать за то, что они такие уроды. Это неправильно, когда власть имеет шикарные автомобили, шикарные дома, каких-то девушек для утех. Это неправильно, когда такое, ну, в общем, я не знаю. Мне кажется, их никогда не выкорчевать из власти этих всех. Они пились, как эти, как клещи, да. И фиг ты их выгонишь, и плохой метелкой. Это только, я же говорю, катаклизмы природные. Когда будут, тогда... Потом будут новые приходить. А так вот люди разбегаются кто куда, чтобы не возвращаться, потому что бестолочи, просто бестолочи и воры. Вот так вот. Так и живем. Ладно, все, пока. Всем привет. Сижу на лавочке, купила себе пиццу, сейчас буду есть. Потому что есть хочу пакет. Надо немного там все-таки голуби наглые, надо их гонять. Ага, какая классно. Голубь сейчас может и залететь сюда. Все, буду кушать. Все, поела немного, потом начала оса меня доставать, лезть в пакет, пришлось уйти. Короче, чувствую себя разбитой, голова болит,
Не знаю, короче, буду, может, таблетку пить, кетанол. Потому что башка трещит. Впереди. Ну, это болезненная боль. Ну, в смысле, от простуды, от этой... Ну, не от простуды, а от тонзиллита. Давление у меня всегда нормальное. Может быть, пониженное. Конечно, можно бы зайти где-то померить, но где померить? Дело в том, что сейчас температура по-любому есть. Когда болезнь, это она всегда голова болит. Просто у нас меряют в основном бабушкам, а не молодым. Видите, какие зеленые травинки и желтые листья. Фух. Поела, как этот бездомный человек на лавке. Потому что мне надо было либо ехать автобусом, бо я есть уже хотела сильно. Аж тошнило. Либо если идти, то поесть сейчас. А в этом пиццерии не хотела есть, там забито было. Просто. Я надеюсь, что у меня все это пройдет болезненно. Состояние. Мне всегда, когда я начинаю принимать таблетки, сначала воспаляется все. Так было всегда, почему-то. Ну, тяжело, конечно. Но дома сидеть не легче. Потому что дома надо еще и работать, надо чая напиться, надо ходить, чтобы не зацикливаться. Конечно, говорят, надо вылежаться, но дело в том, что никто мне подносить не будет. При вылеживании. А когда начинаешь лежать, самое сложное потом встать. Поэтому хожу. Жарко, мокрая вся. Голова болит. Ну, ничего. Вот так осень пришла. Как-то у меня это началось, как только стало холодно. Вот только стало холодно, все. Сейчас такая красота тут. Такие разными красками деревья. Листья. Голуби, конечно, у нас наглые. Могут сорта вытягивать, поэтому их надо гнать в шею. Потому что они уже борзые. С ними все тюкаются. Хожу, стараюсь не снимать же людей, чтобы они не шугались. Так, снимаю листья. Народу много гуляет. Это не в Польше, что никого нету. Все работают. Так, ну все. Короче, друзья, в этой аптеке я померила давление только что. Тут такой аппарат бесплатный. Садишься, закручиваешь руку в штуку, включаешь кнопочку, оно тебе считает пульс и этот. Ну, короче, 150 на 84. Но я только что кофе пила. У меня обычно 120 на 80. Ну, то есть верхняя повышенная.
то голова трещит. Ну, аж таблетки пью, так, может, от того. Ой, короче, купила парацетамола, выпила. Он написан от болей, от головного, зубного, вообще от всего, короче. Выпила, жду. Да, не хочется пить таблетки, но дело в том, что когда сильно болит что-то, так не будешь смотреть, хочется тебе или не хочется. Просто чисто случайно зашла, а там автомат тут. Но я там уже не снимала, потому что как-то не до этого. Голова так трещит, что... что просто не хотелось снимать. Так что да, немного повышено. Первое то 150 на 80. Ну еще не факт, что там точно оно. Я могла рукой дрыбнуть. Оно ж надо. Дай прикиньте, сколько там людей его шмыкали. Ну, в общем, будем считать, что это неправильно. Можно было перемерить еще раз. Может, когда-то еще зайду, померю. Ну, главное, что я нашла такое место, где эта штука. Ну, голова болит же, конечно, да. Просто разрывается. Короче, вот это как куда-то попадешь, так только усилием не знаю, чего выберешься. Я имею в виду болезнь. Ну ничего, прорвемся. Либо выживем, либо умрем. Третьего не дано. Это так всегда. Может и давление, может от таблетки, может не от таблетки, может просто так. Ну захотелось ему. Так что. Не все ж коту масленица. Сейчас приду, сниму с себя эту одежду. Она меня бесит. Жарко просто. Но сейчас уже полегшало. Я поела, попила. Посмотрим. Сейчас парацетамол подействует. Нажралась уже. Каких хочешь таблеток. Вкусняшечек. Лучше бы их не есть. Но терпеть боль тоже не алё. Тем более я чувствую, что температура повышается. Ну, она, конечно, не такая, чтобы ее сбивать. Но я и не сбиваю. Мне главное, чтобы башка не болела. Потому что нельзя. И горло чешется. Заживает, наверное, собака. Видите, как люди кирпичиком поставили? Потому что вода стоит. Ничего, все равно все хорошо, а будет еще лучше. В любом случае. Это я знаю. Надо постоянно об этом думать. Иначе вообще труба. На позитиве. Да, все эти болезни это от одиночества, от такого какого-то однообразия, от страха будущего. Потому что с таким плохим зрением всегда боишься. Все, пока. Друзья, всем привет. Нас не победить, потому что, вы знаете, когда некуда вешать, мы всегда придумаем, куда вешать. Вот так вот я повесила свою стирку. Она уже хорошо стекла. Тут у меня и трусишки, носочки. И все.
У нас нет такого, знаете, ой, нету вешалки, куда вешать, как жить. У нас всегда есть вариант. Короче, мне уже попустило, тьфу-тьфу-тьфу, пока попустило, уже не буду говорить, вообще попустило, потому что неизвестно. Парацетамол помог, спасибо ему, низкий ему поклон, парацетамолу. Представляете, был такой, например, парацетамол Иванович, который придумал парацетамол. Шучу. В общем, я пришла, упала, лежала, лежала, дышала. Йоговский, у меня сейчас такая слабость такая. Короче, немножко давление прыгнуло. Наверное, мне не надо кофе пить и ходить. Наверное, да. Скорее всего. Хоп! А тут и зеркало для лица. Смотрите, как идеально. Идеально. И не видно мое тело в тонком платьице. И видно лицо. И унитаза не видно. Красота. Короче, как же хорошо, когда не болит голова. А когда она вот тут болит, скорее всего, что кофеин сделал свое дело. Короче, я выползла с кровати и захотела есть. Если я хочу есть, это признак того, что я иду на поправку. Видите, какое у меня теперь окошко? Хоп, и все. Кто-то говорил, что тяжело стирать вручную. Ну, вы знаете, я, конечно, не выстирую, как стиральная машина. Да мне не надо, оно ж мне не грязное такое. Я просто намочила в порошке, оно вымокло, все, переполоскала. И все, готово. Если еще не полениться утюгом прогладить, то вообще супер. Короче, сейчас буду доедать свою пиццу, что я не доела. Ой. Так захотелось пиццы, что не передать. И вот это ж тянулось за пиццей в пиццерию. Можно было заказать, конечно, отдельно. Но я не захотела заказывать. У нас есть доставка из этой пиццерии Челентано. Бесплатно. Если заказывать на 100 гривен или на 200, уже не помню. Ну, настолько я, в принципе, не заказывала. Пицца стоит 75 гривен. Вон, видите, какая с курицей и ананасами. И маринованным луком. Что-то надо сварить, не знаю. Там у меня есть курица, наверное, гречки сварю. Не, сварю сначала курицу эту. Ну, что я покупала, кусок. А потом, когда она хорошо сварится, то до гречки долбану. И будет такая у меня каша. Сытно. Или картошки. Картошки даже вкуснее, если хорошо стушить. Короче, состояние, как будто я буханула. Все, вот это, короче, вылечиваюсь. И бухаем. Забираю куму тоже, такую чахлика. Идем просто бухать куда-нибудь. Мы же такие бухарики, но, скорее всего, надо купить хорошего коньяка и бухнуть дома. Только немного, чтобы не, плохо не было. А то мы можем. У меня тормоза сдают, когда я начинаю пить. У меня тормоза отключаются. Я выпиваю много. Мне так офигенно. А утром очень плохо. Все, друзья мои.